Мы живем в самое интересное время в истории человечества. Во всяком случае, так считает Рэй Курцвейл, самый известный футуролог в мире. Курцвейл является автором 7 книг, 5 из которых стали бестселлерами, обладает 20 почетными докторскими степенями и награжден знаками отличия от 3 американских президентов. Он также является изобретателем многих технологий, начиная с первого планшетного сканера CCD и заканчивая первой читающей машиной для слепых. Сегодня Курцвейл работает техническим директором Google, где занимается развитием искусственного интеллекта. Относительно недавно он выступил с очередной порцией предсказаний. Многим людям они могут показаться слишком оптимистичными, но не стоит забывать, что технологии развиваются экспоненциально, а не линейно. Итак, представляю вам технологический прогноз на следующие 100 лет от самого авторитетного футуролога планеты. Но сперва хочу представить вашему вниманию канал с различными видеообзорами новейших технологий. Ховерборды, шлемы и костюмы виртуальной реальности, кроссовки с дисплеями, дроны с автопилотами и разные топы крутых изобретений из Кикстартера и Индиго-го. Все не перечислить. Переходи по ссылке и удивись. 2019 год. Провода и кабели для персональных и периферийных устройств любой сферы уйдут в прошлое. Микрокомпьютеры будут встраиваться повсеместно в одежду, ювелирные изделия, мебель и даже в стены. Это же касается фото- и видеокамер, объективы которых уменьшатся до размера булавочной головки. Также появится искусственная сетчатка, бионическое ухо и другие нейроимплантаты, но они будут существовать в ограниченном числе. Пациенты с повреждениями спинного мозга вновь смогут ходить, используя экзоскелет с управлением через интерфейс мозг-компьютер или непосредственные команды от собственных нервных окончаний. 2020 год. Доступ в интернет будет доступен с 85% земной поверхности. Он станет преимущественно беспроводным и очень дешевым. Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом. 2022 год. В США и Европе будут приниматься законы, регулирующие взаимоотношения между людьми и роботами. 2024 год. Элементы искусственного интеллекта станут обязательными в автомобилях. Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными помощниками. 2025 год. Носимая электроника начнет вытесняться имплантируемой. Мы научимся эффективно бороться с процессами старения и будем постоянно продлевать свою жизнь с помощью нанороботов и других технологий, которым пока нет даже названия. 2028 год. Альтернативная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что будет удовлетворять всю суммарную энергетическую потребность человечества. 2029 год. Искусственный интеллект не только сможет полностью пройти тест Тьюринга, а сделает это лучше многих реальных собеседников. Компьютер за $1000 будет на порядке превосходить мозг среднего человека в большинстве областей. 2030 год. Расцвет нанотехнологий в промышленности, что приведет к значительному удешевлению производства всех продуктов. 2031 год. 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах любого уровня. Многие люди добровольно станут киборгами, а из-за обилия имплантатов будет переосмыслен и сам термин «человеческое существо». Появятся компьютерные имплантаты с прямым подключением к мозгу и отдельным группам нейронов. Они будут способны наделить человека сверхспособностями, усилить восприятие, улучшить память, увеличить скорость реакции и сократить время обучения. 2032 год. Нанороботы проведут детальное сканирование человеческого мозга, что позволит понять детали его работы. 2033 год. Практически все автомобили станут самоуправляемыми. Сельскохозяйственные работы и системы транспорта также будут полностью автоматизированы. 2034 год. Первое свидание человека с искусственным интеллектом. Фильм «Она» в усовершенствованном виде. Виртуальную возлюбленную можно оборудовать телом, проектируя изображение на сетчатку глаза. Например, с помощью контактных линз или очков виртуальной реальности. Развитие искусственного интеллекта приведет к появлению общественных движений за права машин. Глобальная программа орбитальной защиты будет эффективно предотвращать падение на Землю крупных метеоритов и астероидов. 2036 год. Используя подход к биологии как к программированию, человечеству впервые удастся запрограммировать клетки на новые функции и лечение болезней. 2037 год. Гигантский прорыв в понимании тайны человеческого мозга. Будут определены сотни различных субрегионов со специализированными функциями. Некоторые из алгоритмов, которые кодируют развитие этих регионов, будут расшифрованы и включены в нейронные сети компьютеров. 2038 год. Появление роботизированных людей, продуктов трансгуманистичных технологий. Они будут оборудованы дополнительным интеллектом и разнообразными опциями-имплантатами, от глаз-камер до дополнительных рук-протезов.
2039 год. Наномашины будут имплантироваться прямо в мозг и осуществлять произвольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга. Это приведет к появлению виртуальной реальности с полным погружением, которая не потребует никакого дополнительного оборудования. 2041 год. Предельная пропускная способность интернета станет в 500 миллионов раз больше, чем сегодня, а поисковые системы будут встроены повсюду. Запросы в них можно будет отсылать даже силой мысли. 2042 год. Первая потенциальная реализация бессмертия благодаря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и вычищать болезни. 2043 год. Человеческое тело сможет принимать любую форму благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы будут заменять кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества. 2044 год. Небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический. С 2079 по 2099 год. Человечество заполоняет всю Вселенную и наступает технологическая сингулярность. Это момент, когда технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию для людей нашего времени, но будет понятен для людей будущего, ведь они будут в миллиарды раз умнее нас с вами.